Всем привет! У нас вечер, прошел дождь уже, отгремела гроза, и мы приехали на набережную. Вот лестница, на которой я фотографировалась, а вот фонтан напольный. Там такое красивое небо, синее, с белыми-белыми облаками. Но жарко, прям жарит солнце, парит. Здесь даже растет лаванда. Но больше всего мне нравятся ивы в Брянске. Они просто здесь шикарные. О, да мы в Париже, гляньте-ка. О. И лаванда, и Эйфелева башня. Это не лаванда. Как не лаванда? А, точно не лаванда. А, это не лаванда, это подобие. Да? Ну, да. Похоже. Вот такое небо. Сейчас тут группа людей выпустила кораблики разноцветные из бумаги. Может быть, это родители выпускников. Не знаю, в общем, в чем тут дело. Но красиво. И уточки. Это вот и собачка. Собачка. Купается. Ой, нырнула. А, или нет? Уже вторник. Я приготовила на обед сосиски. Рис у меня здесь сварился. Здесь варится яйца. Буду снова готовить с яйцами и зеленым луком выпечку к чаю. Это будет заливной пирог. Лука целый пакет. Девать его некуда. Вот покрошила, посолила. И сейчас я его вот так вот разминаю. Можно толкушку, но толкушки нет. Вот так, чтобы лук дал сок, перемешался с солью. Сейчас я добавлю сюда также укроп и вареные яйца. Укроп мы заготавливаем вот так. Я его режу по банкам и в морозилку. Хранится несколько лет. Пожалуйста. Сейчас он у нас весь закончился. Это свежий урожай. Мои баночки. Мы их повезем потом в Москву. Конечно же, мороженое. Здрасте. Так, в общем... Тесто я приготовлю попозже, после того, как покормлю детей и мужа. После обеда рис остался, и я его также пущу в начинку для заливного пирога. Thank you.
что не упала. Что-то эти, которые вообще химоза. Кирилл, что ты делаешь?